Sta arrivando! Nuovo anno 2020! Un altro decennio se ne va via! Oh, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, buon anno Italia! Mamma! Всем привет, дорогие друзья! На проводе, как всегда, реально Италия! Дорогие друзья, я вас всех поздравляю с наступившим новым 2020 годом, так как это первый фильм в 2020 году мой. Желаю вам только всего-всего самого доброго. Удачи, благополучия, мира и благоденствия в вашей семье. Дорогие друзья, сегодня также праздник Святого Рождества. Православные празднуют праздник очень большой, дорогие друзья. Поэтому все, кто именно христиане православные, я вас также поздравляю и с Рождеством. Ну, дорогие друзья, я не выходила в эфир по многим причинам. Даже причинам такого вот какого-то психологического характера. То есть я как-то посмотрела статистику моего канала, немного взгрустнулась и решила, что, наверное, все-таки стоит, не стоит вести этот канал. Ну, в общем, я была в раздумьях, дорогие друзья. Ну и собралась с мыслями, все-таки решила, что не могу я оставить людей, которые уже огромное число подписано на мой канал. И многим, может быть, даже и нравится. Кто-то здесь узнает какую-то новую информацию необходимую по Италии. Поэтому я решила идти вперед. Собралась с мыслями, значит, наставила себя и, значит, подключилась сегодня в эфир. Дорогие друзья, вчера мы отпраздновали праздник Бифаны. Это что-то типа такой бабы-ёшки, которая прилетает к детям и раздает сладости. Но, дорогие друзья, Эпифания, вот Бифана, Эпифания, праздник Эпифании называется. Но это бабаёшка, это не та бабаёшка, которая наших детей хочет в избушке посадить в печь. Вы понимаете, итальянская бабаёшка, она, можно вам покажу, не пугайтесь, бабаёшки итальянской, она прилетает точно так же вот с такой метлой, но раздает детям какие-то конфеты, подарки. Тут просто это такой вот шутливый даже праздник. Насчет этой Эпифании, значит, очень много шуток поступает в Фейсбуке, то есть уже ее переконвертировали на взрослый лад, то есть все женщины итальянские такие более пострашнее, это все Бифаны, такие бабаёшки, такие вот, понимаете, как. Ну вот эта бабаёшка принесла вчера подарки нашему ребенку, естественно, сладости, но в этом году Дед Мороз, как бы мы с трудом это перенесли, и было расстроено. Мы были, ребенок тоже, настроение такое было упавшее, какое-то непонятное. Дед Мороз к нему в этом году уже не прилетел. То есть нам уже 11 лет, вот в январе, и он как бы уже начал
понимать, что это все-таки Дед Мороз, персонаж такой вот более в детском возрасте приходит Дед Мороз. Но это было трудно, дорогие друзья, конечно, его как-то переубедить, пересмотреть этот вопрос. Но Бифана в этом случае носок оставляла все время ребенку. В случае Бифаны, конечно же, была мама. И также было признано, что Бифана тоже такой вот персонаж, скажем так, сказочный. Поэтому в этом году, дорогие друзья, переходный возраст подростковый берет себя, и Безуня как-то все-таки уже наставлять ребенка более на взрослый лад. Значит, Рождество в семье мы сегодня по-скромному, конечно, будем отмечать. Не так более бурно, как отмечали Рождество католическое, Новый год, немножко с танцами. Но, конечно же, ужин мы приготовим. Я испекла, как всегда, шоколадный торт. И поэтому мы по-скромному, дорогие друзья, будем отмечать. Но в этом году, дорогие друзья, 2020-м под елку Дед Мороз принес маме много подарков. Поэтому я с вами хотела поделиться. Знаете, как, ну, женщины, они любят похвастаться, там, что-то платье приобрела, там, какие-то бусики, там, такие, какие-то сережки. Дорогие друзья, в этом году муж меня просто завалил подарками. Я сама того не ожидала. Ну, всплакнула аж на радостях от счастья, что мне в этом году порыпало тоже кое-что. Ну, я шучу, дорогие друзья. Ну, в этом году муж немножко меня как бы... Наверное, потому что я уже такая вот бедная, несчастная, безработная же была. Уже целый год я считаюсь безработной. Ну, я искала какие-то попытки найти работу, дорогие друзья. Но вы не переживайте. Я нашла другой образ. Уже вот у меня пошла, скажем так, белая полоса в жизни, поэтому ничего не буду говорить пока вам. Но кое-что у меня запланировалось и напланировалось. Это мой год крысы. Поэтому, ну, господи, крыса, ну, ты же должна мне что-то помогти жить в этой жизни, да? Как-то, ну, буду надеяться на крыску, которая будет мне приносить чего-либо в дом. Ну, я шучу, дорогие друзья. Кто первый раз зашел на мой канал, не переживайте. Я шутница большая. Так вот, дорогие друзья, сейчас покажу вам подарки, которые мне перепали. И, значит, скажу за некоторые комментарии. Вот читаю в последнее время комментарии. В новогоднюю ночь поступают комментарии от одной девушки, которая пишет: а вот если я останусь, если это откроет санаторий, просто в новогоднюю ночь пишут, последние секунды. Ну вот, у кого-то Новый год, кто-то вот думает, как остаться, окопаться на территории Италии. Ну, это тоже для человека, конечно, это вопрос серьезный. Она посмотрела, видимо, фильм про легализацию иностранцев на территории Италии, ее вот в новогоднюю ночь волновал этот вопрос. И я, конечно же, и ответила: а работодатель у вас есть, чтобы у вас была какая-то поддержка, работа, ведь легализуют именно тех, кто предоставит вообще работодателя на территории Италии. Она сказала: есть. Ну, кто-то, если согласен, еще ждать, потому что, дорогие друзья, если я выпустила фильм про легализацию, это же не говорит о том, что ее завтра действительно откроют дверь. Я вас предупреждаю, потому что я вам доношу информацию, которая варится в котле итальянского правительства. Я читаю много информации, поэтому я вам ее доношу. Но а что они там нарешают, в какую из ночей придет эта заветная легализация, я вам точно ж не могу сказать. Как придет, сразу я вам буду звонить, телеграфировать. Дальше комментарии. Много болтовни, пишет одна дама из Амстердама.
в каком-то там фильме. Да, я согласна, что в некоторых фильмах, может быть, я раздуваю где-то какие-то 5 минут лишних. Ну, дорогие друзья, что ж поделать-то, а? Ну, я стараюсь, я буду стараться болтовню убирать. И затем третий комментарий был. Здравствуйте, я смотрю ваш канал, мне все нравится. Но только вот мне не нравится, что вы в каждом фильме вот эти вот дорогие друзья говорите. Я выпала в осадок, если честно. Ну, во-первых, дорогие друзья, слово это, ну, не то, что паразит, дорогие друзья. Во-первых, это искренние слова, которые я привыкла за 340, 360, даже не знаю, сколько фильмов я выпустила. Честное слово, дорогие друзья, подскажите, вы там, вам виднее, сколько фильмов я выпустила. Я настолько привыкла искренне вас называть, дорогие друзья, я просто даже... Ну, а как мне вас называть, дорогие друзья, как мне вас называть по-другому? Я не уверена, что я смогу поменять что-то в себе, в моем характере, в моих привычках. После вот этих 360 фильмов я вас буду называть. Так что извините, кому не нравится, дорогие друзья, или терпите вы уж, дорогие друзья. Или уж, я не знаю, YouTube, как говорится, площадка огромная, найдите тех, которые, может, вам, вас, дорогими друзьями, не будут называть, сразу с трех слов начнут свой фильм. Так, все, заканчиваю, быстро показываю подарки, дорогие друзья. В этом году, ну, мой муж, конечно же, знает, что я такая вот любительница сумок. Я куда ни гляну, у меня в глазах сумка. Вы понимаете, что естественно. Он мне подарил сумку, но я хочу вам сказать, что у моего мужа хороший вкус. Он приглядел, присмотрел сумочку, очень практичную, и вкус у него хороший. Он это сделал без меня, дорогие друзья, поэтому... Я сама была в шоке. Мне так это понравилось, что... Ну, это просто люксовская сумочка такая. Так, итак, презентую вашему вниманию. На сцену выходит сумка, которая называется от марки Брачалини. Она, вот смотрите, как она сделана, эта сумка. Она очень практичная. Во-первых, она классический такой вариант, как бы, да? Ее можно носить так, сяк, в смысле без. У нее есть ремешок. Она как через плечо ее можно носить. Поэтому с ней можно выйти на выход, потому что Брачалини – это очень большая марка итальянская, которую хотят практически каждая итальянка иметь Брачалини сумку. Она у меня кожаная, так, с такой штукенцией. Я когда в новое вещи, мне жалко отдирать это все дело. Но я, конечно же, когда уже выйду в свет от этого, да, дорогие друзья, вот такая вот она с ремешочком. Вот этот ремешочек этот подстегивается, не буду уже его подстегивать. И очень мне понравилось, что на черном цвете очень красиво сочетаются вот эти цветы. Они вот такие фиолетового, малинового цвета, сероватое что-то. Очень красивый рисунок. Эта сумочка очень нарядная. С ней вот летом можно, она вот и на черном фоне цветы, на лето вообще люкс. У меня такой вот сарафан фиолетового цвета есть. Она мне очень подойдет, эта сумка. Поэтому спасибо, мой дорогой, любимый Дарио, что ты меня в этот раз порадовал. Ну, просто бриллиантовой сумкой от марки Брачалини. Дальше, дорогие друзья. Это было на Рождество. Дальше, дорогие друзья. Муж мне дал денег. Ну, естественно, муж. Кто же мне еще даст? Ну... Я же не эта женщина, не работающая. Я с ума сошла, дорогие друзья. Я накупила себе янтарных украшений, которых я, ну, никогда не имела даже в руках. В Беларуси, когда я жила, я даже себе нитку янтарную не позволила за все свои годы жизни в Беларуси. Мне так хотелось иметь хоть одну вот ниточку этого янтарных бус. Я даже в руках, признаюсь вам, я географ, и геологию, минералогию проходила, эти камни. Никогда не держала в руках янтарь. Мне казалось, что он какой-то тяжелый, а в итоге он такой легкий оказался, что вообще веса никакого. Покажу вам, какие бусы я приобрела. Так, вот эти бусики я приобрела аж в Сицилии.
Чао ин Сицилия, кирикуношу свою колонина, манду гранде салютоне. Вот эта Акалана, это, вот это вот я приобрела в Сицилии. Ну, это вот, вы знаете, что я мечтала о совсем о других бусах. Я вам потом покажу, мечта осуществилась. Вот такую вот я первая, это моя колонина, колонина, бусики мои, которую я вот приобрела в Сицилии через eBay, да? Так, дальше, дорогие друзья, показываю. Вот это из Литвы. Из Литвы, как тут изнанка, изнанка вот эта. Из Литвы вот такое вот, я не знаю, как вам тут показаться, видно или нет, но вот такое вот оно. Смотрите, вот такая вот из Литвы пришла мне вот такая колонина, вот с таким кольцом. С кольцом получилась ошибка, я думала, это браслет, а это оказалось кольцо. Это оказалось кольцо. Я когда открыла посылку, увидела кольцо, думаю, ну вот, точно так, как на Алиэкспресс заказывать. Называется, видишь, там бриллиантовое платье, приходит вот такое, не твоего размера, и вообще кошмар. И тут точно так же вот так вот этот, я думаю, это браслет, и он такого микроскопического. Потом зашла, перечитала, смотрю, а это я, в общем, кольцо заказала. Не перевела, мне показалось, это браслет. В итоге браслеты тоже такие есть, но это кольцо оказалось. Дальше, дорогие друзья, показываю быстро. Не затягиваю. Вот такие бусики мне пришли из тоже, кстати, из Сицилии. Это тоже янтарь. Дорогие друзья, посмотрите, это вообще королевский янтарь считается. Вот эти белые шары и желтые вот эти вот бурон. Это белое масло переводится, вот желтые такие желтоватые. И белое – это молочный янтарь, который очень редкий янтарь. Значит, только 2% в мире добывают. Вот такие бусы. Вот такие бусы. Мне пришли из Сицилии, вот эти бусы пришли. Смотрите, какая красота неземная. Я вообще в шоке. Я сама такого никогда не имела. Ну, в этот раз вообще. Ну, мечты сбываются, дорогие друзья. Вы знаете, что... Ну, я еще раз повторяю, что... Ну, никогда у меня в руках не держала даже янтарную нитку. Ладно, молчу. И вот, дорогие друзья, эта мечта еще более круче мечта. Смотрите, какую янтарную нитку я себе выкупила. Мне ее продала одна итальянка, которую зовут Лара. Лара, se tu mi guardi, guarda, tu colonina, te la ringrazio moltissimo, proprio un spettacolo. Questa sempre, questa colonna ho desiderato sempre. Ho desiderato sempre e finalmente avrò una colonna che desiderato sempre. Дорогие друзья, ну, смотрите, ну, это вообще, это Калана, значит, отец этой девушки, женщины-итальянки, привез ее из Москвы. В 1982 году он привез вот эту вот из поездки в Москву, вот эту, вот эти бусы, и она их продала на eBay, и я их выкупила. Я просто сейчас еще до сих пор не верю, что это добро мое. Понимаете, что? И последняя покупка, которая пришла сегодня, дорогие друзья. Янтарь я выкупала сама, естественно, за мужнины гроши. Но я сказала, Дарья, извини, пожалуйста, и у меня никогда не было такого добра. Это все не золотые изделия, они не стоят по 200-300 евро, поэтому я должна их выкупить, я их хочу. Я просто их желаю, и просто желаю, и все. И вот смотрите, какая подвеска пришла, дорогие друзья, смотрите. Смотрите, какая янтарная подвеска пришла вот сегодня просто. Ну, это тоже спектакль, смотрите, это супер. Никогда у меня такого счастья не было, дорогие друзья. Еще б сережки какие выкупить, и все. Я бы уже была в полном комплекте. Ну, а вот, дорогие друзья, такие подарки у меня получились на Рождество, на Новый год, на все вместе, естественно. И я очень счастлива и рада с вами поделиться какими-то положительными моментами. Буду, конечно же, снимать фильмы, отвечать на вопросы на ваши, что-то новое, конечно,
где-то показывать, путешествовать. Где будем находиться, там будем снимать, естественно, дорогие друзья. Сейчас период очень холодный такой, холодно в Италии, поэтому особо не разгуляешься, не расходишься. И поэтому подождем, подождем, дорогие друзья, хороших теплых денечков. Так, а я, дорогие друзья, заканчиваю свой фильм. Была рада с вами встретиться еще раз вас с Рождеством Христовым. Кто нечаянно зашел на мой канал, дорогие друзья, подписывайтесь. Я обычная белорусочка, которая приземлилась на территории Италии и вещаю из территории этой страны об итальянской жизни. Всем всего доброго, дорогие друзья. Встретимся. А престо. Чао-чао.